анонсированы древние русы, теперь это RPG вместе с коопом. Эх, хороша Гиперборея наша. Да, вот только беда постучалась. Пришло время подвиги совершать во славу рода. Супостат окаянный напал на земли наши. Простой люд угнетает, да разбой и грабеж устраивает. Куда ни глянь, напасти всякие происходят. От лесов зеленых и гор высоких да морозных, до полей пшеничных, золотистых и болот мрачных. Нечистая сила проснулась в пещерах глубоких, бесстыдно отравляет землю матушку да озера байкальские. Ящер на болотах уже лагерь передовой воздвиг. Совсем страха не имут окаянные. Сооружай пристанище крепкое, дабы лихо пересидеть при нужде, аль снаряжение починить да обновить, или дело ратное тренировать. Будешь создавать вещицы полезные, чтобы супостатов побеждать, да поручение доброго люда выполнять, коль хочешь доказать пригодность свою во времена темные. Во мраке подземелий таятся опасности, да сокрыты сокровища древние. Выпрямляешь ладони прямо и пробиваешь между ребрами медведю. У него начинается межреберная невралгия. И минут на пять Мишка выходит из строя. Подмогу окажи своим братьям-русам, да прогони зло с родной земли. Русы готовятся к войне. Русы мы меня пугают. Мы должны нанести превентивный удар. Я вас не слышу. Получайте, ироды! В атаку, ящеры! Не щадит никого. Все ящеры будут повержены. Раз в год, и палка стреляет. По словам разработчиков, это серьезный проработанный проект с интересным сюжетом и изобилием разных механик. В игре будут полноценные квесты, богатая боевая система, включая луки, арбалеты и магию, система строительства и механики выживания, прокачка перков своего руса, крафт оружия и брони, фермерство и алхимия, мультиплеер, открытый мир, смена погоды и времени суток, северное сияние, современные фишки вроде физически корректной воды. Без славянского зажима яйцами, деньги на ветер. В общем, кто не знает, вышла недавно такая игра «Древние русы против ящеров». Игра как-то взорвала вообще, какой-то эффект атомной бомбы сработал, то что ее завалили положительными отзывами, ее стали раскупать, хотя эта игра сделанная на коленке за один вечер, просто как прикол. Она максимально кривая была, но при этом она работала, при этом она была забавной, и что показало, что есть потребность в отечественных проектах, что российский геймдев скорее жив, чем мертв. И, соответственно, они стали... разработчики эту тему продвигать, потому что, ну, уже есть имя, да, и это имя нужно продвигать дальше. Будут делать вторую часть, когда она выйдет, непонятно. Если она будет такая же, ну, криповая, как первая, то не думаю, что она хайпанет. А вот если она будет реально какой-то проработанный, нормальный, графику суперскую не надо ждать, а вот просто хорошую игру... Почему бы и нет? Даже с таким диким сюжетом, какой он был. Посмотрим, подождем. Но почему-то мне кажется, то, что она уже, ну, не соберет никакого такого хайпа, как и раньше. Потому что, во-первых, сиквелы практически всегда хуже оригинала. А во-вторых, ну, как бы хватит. Да, такие одноразовые проекты стреляют, а потом быстренько затухают. Ладно, поживем, увидим.